объехали Воронежскую область. Ребята, сразу, как, я не знаю, другое государство. Ничего не кошено, все заросшее. Не сравнить. Я все-таки считаю, мы на втором месте пока. Но Воронеж меня не радует. Тучи какие-то. И как провали. Почки. Ребята, дороги невыносимые. Соседи воронежцы, почти соседи, вам привет. Невыносимые дороги. Как вы тут живете, ребята? Или мы привыкли к хорошему, а белгородцы на тем более. Ну, невыносимо ехать. Уже и по-тихому за спиртовозом едем. Я уж вообще дурела, спина раскалывается. Кочка на кочке, кочкой погоняет. И плюс к тому, конечно же, время. Так что, такие вот закидоны на наших трассах. Едем, едем, темнеть скоро будет. А мы в пути, главное, всей семьей, все вместе. Никого дома не оставили. Только кошек оставили на соседей. И птицу. Целы будут, дождутся нас. Ну, не нравится мне, лень кущери. У нас такого нету, ребята. Кто смотрит мои видео, ну, скажите хоть вы. Таких зарослей, это вообще страсть божья по трассе. И трасса это не абы какая, хорошая, под номером, не левая. Большие грузы идут и на юг машины. Что ж вы вообще тут закакались, а? В Воронеже и в области. Может, сам город и красивый, но окрестности невыносимая картина. Вот так вот. Ребята, пошли села Воронежской области. Я в том году думала, мне показалось, хотя бабушка моя сама с Воронежской области родом. Нет, ужас тихий. Вроде дома хорошие, богатые, но не то, что не ухожено, засрато прямо, по-русски говоря. Стекло не помешает вам эту красоту видеть. Село, большое село. А дальше буквально Ольховарская какая-то. Въезжать будем в Россош. Это вообще городок. И трасса, я считаю, регионального масштаба. Еле едем. Не обогнать ничего, потому что кочка на кочке. Вот и смотрите, друзья, кто виноват. Люди, правители, время. Бог его знает. Я представляю, люди живут Белгородской и сразу только проехали значок другая область. Резкий контраст. Это что? Кто это виноват? О, не то, что камыши, не видать даже милого друга. Если поймают, утянут, так кошмар. Царица небесная, не. Вот и разница. О, ничего не кошеное. А бензин 45,90. Даже дороже. Ни одной службы, ничего. Так что делаем выводы сами, господа. Товарищи. Мы товарищами себя считаем. Пока. О, и страшно, но красиво. Солнышко заходит. И тучара сумасшедшая. Хвойный здесь много лесов. Как-то у нас вот мы тоже проезжали хвойные леса. В Белгородской области почти я не видела, да ведь? А здесь, в Воронежской, прям красиво. Много хвойных лесов. И уже меняется сама поверхность. То есть нету таких гор, как были туда-сюда, обратно, овраги, холмы. А более плоскогорье наступает. Ой, едем дальше. Уже одно место болит. Куда деваться? Бежать сзади не будешь. 9 часов, слава Богу. Мы выехали на трассу Дон, проехали тут Воронежскую, прости господи, область. Не обижайтесь, Воронежцы, но ужас. Ну, хоть периферию пройти, на центральную трассу выехали. Все. Красивая трасса, ночью мы видели, да? Едем первый раз тут ночью.
остановка в пути Лукойл. Сумасшедшие цены, ну ладно. Да, и горячий шоколад вот сынок показывает. И сейчас быстро прём. Темно. И как-то уже надоело быть в дороге. Вот так.